В Алматы выясняют причины крупного пожара в гостиничном комплексе. Огонь был настолько сильным, что пламя перекинулось на расположенные рядом торговые точки и два жилых дома. Двухэтажное здание в частном секторе загорелось ранним утром. Сначала вспыхнула кровля гостиничного комплекса. В этот момент внутри находились 10 человек. Все они успели покинуть горящее помещение. В считанные минуты огонь перекинулся на соседние торговые точки, парикмахерскую, жилые дома. Пожарные справились с огнем за 45 минут. Сгорело почти 700 квадратных метров. Сейчас предприниматели подсчитывают ущерб. Огонь перекинулся также на торговые бутики, рядом пристроенные, парикмахерские, на общей площади 250 квадратных метров. Также частично пострадали два частных жилых дома. В частности, обгорела кровля на общей площади 90 квадратных метров.